отъехали от конечной, гора Теодора Герцля, музей Яд Вашем и Всемирная сионистская организация. Всего время езды по одному билету 1,5 часа. Ну, с момента первого захода. Поэтому там молодой человек как раз проверил билетик на всякий случай. Может, время еще есть съездить. Thank you.
Thank you.
Хенава Кефет. Наводуши, Лоша Фанкович, Школьши. Туда. Альмутя Бирина Кино. Пабля Муна Дарахна. Тупар Таракаду Минадам Тарк Айянора Дуа Вашукра. Attention please. Before leaving the train, please make sure that you take all your belongings with you. Не вставляйте вещи. Перевод примерно. Сейчас объявление было, да? Не вставляйте вещи, которые вам принадлежат. Строится новый. Рынок. Уж скоро приедет. Не желаешь? Не желаешь? Смотри, да. Мы можем сейчас тогда вот так вот пройтись, если хочешь. И домой зайдемся. Да. Делаем круг. Ну, далековато. Сейчас утра были, так сказать, не в самый разгар. Он только открывал. Thank you.
Наша гостиница Кикарцион, если будем выходить. Что-то нехорошее случилось. Да. Нет. Все, проехали 100%, все. Сейчас просто досниму ту часть улицы, которую я стоял, уже не снимал из окна. Пропустили. Вот. Видишь? Эфиопские буквочки. Да. Видишь, какие каракули такие, знаешь, как буквы такие интересные. Да. Как что-то я не заметил. Заезжал он под тенью наш. Ну, такая вот она штука тут. Интересный буквы. Ну да, знаешь, как будто бы дети как будто бы рисовали. Вот, а это именно специальный шрифт такой. Вот, в общем-то, добрались. Совершили экскурсию. Так сколько это у нас примерно времени-то заняла одна поездка? Один день. А я потом посчитаю.